нас 15 января 2021 года. Я сейчас нахожусь в поликлинике, привез супругу. В поликлинику ожидаю. Сегодня мы собирались съездить на рыбалку, но, увы, не получилось. Почему не получилось? У нас опять всю ночь шел снег. И выпало снегу сантиметров 17-18, я вам даже сейчас покажу. Поэтому на рыбалку мы так сегодня и не попадем. Собирался съездить на рыбалку со своим новым подписчиком Саня. Он вчера был на рыбалке, поймал 10 щук. Вот таких щуки по килограмму, может чуть побольше. А сегодня, с сегодняшнего дня у нас уже стоит запрет на щуку. Даже вчера в Инстаграме было обращение ко всем рыбакам. Так что на рыбалку мы так и не попали. Что я хотел еще, о чем я хотел поговорить. Значит, помните, на днях я ездил по Донской, снимал ролик в поисках кое-какого лекарства, выписанное врачом. И так я его и не нашел. По приезду домой я обзвонил всех своих друзей, кто мог бы мне помочь, и дал им такое задание, чтобы попытались найти, потому что лекарства, ну, нужные. И вчера, сидя дома, сидим с супругой дома, она в WhatsApp там общается со своим братом, брат живет на Алтае, и разговорились они про это лекарство. Они пробили у себя, оно там доступно в любой аптеке, оно есть. Но на этом они не ограничились, они оттуда через интернет нашли это лекарство и у нас в Краснодаре. Аптека называется аптека 23. Они дали нам номер телефона, я тут же набрал номер телефона в Краснодар. Да, сказали, что лекарство есть, и спросили, где я нахожусь. Ну, я и сказал, что станица Донская. Говорит, секундочку. Она нашла эти лекарства у нас в Донской. Хотя я в той аптеке в понедельник был. Сегодня пятница, я был в понедельник, их не было. Не было нигде. И мы тут же садимся в машину, едем в эту аптеку, в центр. Покупаем это лекарство. Выходя из аптеки, вышел из аптеки, сел в машину, обзвонил всех, кого я попросил, чтобы нашли это лекарство. Но более того, хотелось бы обратить еще внимание на то, что смотрел мой ролик мой хороший товарищ Руслан. Руслан, будешь смотреть, тебе большой привет и огромное тебе здоровье. И спасибо большое, что откликнулся на мою просьбу. Я дал отбой всем, и мы приехали домой, и лекарство у нас уже есть. Так что, друзья, вот такая оказия произошла у нас. Ну, на этом, в принципе, можно и закругляться. Лекарство есть, рыбалка отменилась, я ожидаю супругу. Ну, всем вам большого здоровья, крепкого, всех благ, по возможности увидимся в новых роликах и, я думаю, на рыбалках. Пока-пока, друзья!